хочу вам показать то, чем я пользуюсь на рыбалке. Вот смотрите, такие колокольчики. Беру прищепку, на нее колокольчик, колокольчику веревка, и на конце веревочки вертлюжок с карабином. А зачем вертлюжок с карабином? Вот смотрите, вот нашел я здесь, в данном случае петля, взял вертлюжок с карабином, защелкнул и зафиксировал нашу веревку. Дальше убираю лишнюю длину, на веревочке не надо. Так, слишком много убрал. Вот так вот где-то зафиксирую ее. Цепляю ее на леску. С другой стороны, видите, у нас камыш. Я ее зацепил за камыш. Этот второй конец тоже завязываю. Убираю лишнее. Теперь ее зафиксирую. Все. И цепляем ее на леску. Это чтобы убрать вот такие вот колокольчики, которые раздражают не только тебя, но и все окружение. Теперь я прошу обратить внимание на вот эти вот тычки. Эти держатели для удочек до такой степени классные, что я сейчас отказался от всего, от всех остальных держателей для удочек, от всех тычек отказался. Значит, вот можно под таким углом ее забить в грунт, в любой грунт. В данном случае, смотрите, щебенка, беру кладочку с собой постоянно на рыбалку и забиваю в грунт. Можно забить под таким углом. Можно вообще ее очень низко положить. В чем ее преимущество? При поклевке крупной рыбы наша удочка останется на этой тычке по-любому. Что бы там ни было на конце нашей лески, наша рыба никогда удочку нашу не стащит с подставки. Кстати, одно еще ноу-хау. Очень жарко на улице, и поэтому мы своих червей положили под траву. Ну, прошли сутки, наш червячок живой. И навозник, и черный. Видите, как живучий. Положили под травку, так его сохранили.